И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF 1, кооператив, пятая ночь. Димачик, здоровайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы начинаем. Димон, а был такой голос в первой ночи или нет? О, нет, тогда был Фон Гай, а теперь Голден Фредди получается, ничего себе. Так, Димон, ты помнишь, да, все, да. Как тут было? Я, да, помню, что сейчас жопа нам будет. Самое главное, знаешь что, фонарики здесь бесконечные, мне это очень нравится. Да, фонари — это очень классно. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на наши каналы, и мы из Диванов затащим. С первого раза, по крайней мере, затащим. Ну, это не точно. Димон, Бонни уже гитару бросил, я пошел. Я вспомнил, у меня есть дела. Бегать начнет. В какие-то есть важные дела. А он телепортировался куда-то, стопе. Так, подожди, Димон, вот это начинаются уже приколы. Он телепорт сделал куда-то. Где? Кстати, там кто-то на столе стоял, я видел. А ты не видишь, куда он телепортировался? Нет. Ну, я слышу запах. Это ты? Нет, это Бонни. Бонни, что, запахи? Слышишь? Да. Он идет. Он не идет. А он в нашей этой. Ты что делаешь у нас дома? Он с кулера воду пьет. Ты что в нашей? А я специально туда нассал. Давай, пей. Не, так нечестно, что это за фигня получается. Он телепортировался, да. Мы думали, что он будет прям бегать. Прям в офис. Прям в офис вообще-то запрещено на самом-то деле так телепортироваться, а? Засранец. Димон, что, будем опять в туалетах выживать? Ну, а у нас есть другие варианты. Есть. Мне кажется, больше туалетов нам негде выживать. Так. Ты опасно там стоишь, Димон. Чик идет сюда. А, да что ж за погрузка? Прогружается параша. Параша. Она уже близко, прям возле туалета. Серьезно? Да. Вот, как это, бежали отсюда. Димон, короче, я буду в этом туалете, который дальше. Если что, я дверь закрою. Закрыл двери. Чика за мной бежит. Она не остановилась. Успокойся. Так, двери закрою. Фух, Димас, вот тут уже хардкор пошел, настоящий. Так как ты хотел пятая ночь? Диман, тут будет седьмая ночь или нет? Шестая, может, ты хотел сказать? Ну, шестая точно будет, а вот седьмая я не знаю. Так, давай как-то погромче сделаю игрушку. Так, они рядом. Я слышу уже, они приближаются, все в туалет. Так, надо, наверное, погромче. Я почему-то не... На всю слышу. Делай. На всю? Да я шучу. Ну все. Димон, будет обидно, если они к нам телепортируются и убьют со спины. Так, час 45. Телепортироваться к нам не надо вообще. А так никто спрашивать не будет. Надо спрашивать. Не надо. А, Димас, вот это, кстати, вот самое хорошее место. Где я стою. Так, я иду к тебе, там, где ты стоишь. А, я вижу. Да. Но я успею, Димон, к тебе прийти. Стой, чтоб Димас Фредди не телепортировался, стой все время спиной к стене. Притык стой прямо. Понял, вот так. Понял. То есть он за спину тэпается, а так как ты будешь к стене стоять, он в стене застрянет сразу. Я уже вроде стоял спиной, он все равно тэпается. Не-не-не. Да? Не, надо именно что вот так вот спиной представить. Идут! Идут? Кто-то шагал. Блин, я боюсь. Электричество искрит. Я почему-то не слышу игру, ну ладно, это так и надо. Наверное, это специально. А, идут! А нет, слышу. Закроюсь. Давай, Димас. Идет, идет, идет. Прям рядышком. Да я тоже слышу, Димас. А где он ходит? Я не знаю. В туалет зашел, сзади меня. Это Фредди, Димас, за мной Фредди побежал. Я в туалете буду сидеть, Димончик. Хорошая тактика. Димас, открывай туалет, я тут рядом с тобой, около двери. Открой. Открой. Есть. Ребята, затащим, надеюсь. Вот так вот надо стоять, вот так вот. Да? Yeah. Ах ты хитрый. Диман, они идут. Да. Идет, Димон, сюда. Или нет? Так нечестно, слышишь? Не, она застряла. Отлично, ребята, все, тащим. Вот так мы пройдем. Шагает, шагает. Да, там стоит. Димас, ты меня видишь?
Нет. Он уже с этой стороны шагает. Ой-ой-ой. Кто-то должен из нас выжить. Дима, может, дверь откроешь, как ты за назад запрыгнешь? Чего они так долго шагают? Они должны остановиться когда-то. О! Димас, ты будешь в этих кабинках сидеть? Да-да-да, Фредди проснулся! Димас, короче, сиди в этих кабинках. Хорошо. А я побежал. Блин, ребята, очень страшно. Димас, я пошел спасать нашу задницу, потому что вдвоем нам не выжить, поэтому... Хорошо. Давай-ка ты, короче, будешь... Да Фредди где-то рядом уже прям жужжит тут. Фокси нету. Фокси побежал, вот это, конечно, уже все началось. Ты умер? Блин, Фокс, ты бы видел, как он бегает, как веник. Димон, я буду сидеть как тогда, может, все-таки затащим, да, когда на кабинке сидишь? Давай так, Димон, по этой тактике работать. Как так можно? Сидим. А! Через стену! Так, Димон, иди за мной, у меня есть план. Погнали. Так, сюда, да, за мной. Так, Димончик, да я надеюсь, ты очень классно придумал. Конечно, давай запрыгивай туда. То он меня скинул же тогда вроде бы. Димас, самое главное спиной стоять, впритык. Вот так вот? Спиной. Вот так вот, да-да-да, стой. И не разворачивайся. А может вот так все-таки встать, вот так вот? Ну да, встань вот так вот. Вот так вот, да-да-да, так и стой, Димас, все. Все, Димончик, два, я буду с твоего лица смотреть. Ребята, ну что, будем пробовать новую тактику. Надеюсь, Димона мысля хорошая. Вот так вот, и не разворачивайся. Вообще не буду, я даже с твоего лица сейчас смотрю. Все, отлично. Фокси на месте. Я, Димас, постараюсь прожить до 3 часов ночи. Хорошо. Не используя энергии, не закрывая двери. А потом можно закрыться типа в офисе, да, и все. Не, в офисе лучше не закрываться, они туда телепортируются. Да как проходить тогда? Вот интересно, да. Ой, на улице дождь сутками. Димас, знаешь, туда можно было тебя еще подсадить? Вот сюда вот, наверное. Точно. Попробуем? Сейчас прям? Или в следующий раз, когда это не сработает? Да, давай тогда в следующий раз. Потому что я думаю, это сработает то, что сейчас. Хорошо. Смотри, как батарея. Блин, как будто стена там невидимая, не пускает тебя. Не, просто я не бежит! Не бежит! Так, ага. так, непонятно откуда. Меня убили, Димон! В смысле, как? Не знаю. Я мертвый, валяюсь там. Видел, Димас, смотри, Димон, кишки на стене мои. Я вижу, надо было тебе, видишь, Димас, тебе надо было прям в тот угол вставать. Не в этот угол, а в тот. Понял? Ты хорошо, хорошо. Думать. Димон, на тебя вся надежда. Да нет, я один не буду выживать, давай. Давай, нет, попробуй, все-таки уже смотри. Час уже. Не-не-не, все. Ах ты какой хитрый, боишься? Телепортируется. Он меня опять телепортует куда-то. Ах ты же опять. Какого фига? Ого, он не достал тебя. Вы офигели, что ли? Беги. Козявки, блин, старые. Убегай, Димон. А че козявки старые-то? Во, это девочка это, я ее наконец-то увидел. Девочка, припевочка, блин. Огурец. Плохо тут двери нету нигде. Че я делать-то должен? Как я тут выжить-то должен? Димон, ты затащишь. Затащь. Конечно. Голд Фредди. Он на тебя смотрел, ты видел? Блин, вот это вот сейчас очень интересно. Затащу ли я? Или не затащу ли я? Дима, не затащишь. А выиграешь. Слышишь? Рычит кто-то. Это Фокси. Да. Лучше закрывайся. Бежит. Дима, закрывай. Это 100% Фокси. В будку садись. Смотри, 1 000 000 шагов в секунду. Очень такой шустрый малый. Остановился. Все хорошо с тобой. Димон, это класс. Я вообще офигеваю. Это получается, он возле двери топтался, просто стоял. А, ты пойдешь в будку сядешь, чтобы он застрял, да? Дерьма, кусочек. Да как выиграть здесь? Вот так вот, давай. Четко. Давай поиграем в догонялки. Не понял.
кто-то слился. А он будет звук издавать? Бежит! Ты слышишь шагов в секунду? Да он какой-то вообще бешеный. Ого, их там несколько. Остановились. Че ты фонарик тушишь? Они не реагируют здесь. Мы ж проверяли. Боюсь, уже. Просто паникую. Понял, понял. Так, 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 Фредди, если Фредди. Если это опять ты, то я не рад. Так, полночи затащили, даже больше. Опа! Ааа, говно, кусок! О, так и стой, Димон, он застрял в стене! Да ладно, повезло! Димон! Слышишь? За что мне такое? О, блин, он прям справа за стеной! Димон, я рада, что ты сам, вот это хардкор! Ааа, Димон! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF Co-op, первая часть, третья ночь. Димончик, поздравайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А это что за вентиляция? Куда? Так лезть? И в том туалете вроде вентиляция есть. Подожди, дай проверю, пошли туда проверим. А, она на кухню ведет. А, вот, туалеты между собой скрещенные. А чё мы, Димас, раньше так не делали? Вот вентиляцию мы не видели эту, Димас. А ее, может, только сделали недавно. Ладно, шучу, может, она его просто мы с Диманом не видели. Так, ладно, туалет, Димас, отменяется, это фиговый план. А вообще тут получается в любом случае в офисе Димон залипать, в любом случае. Мы хоть сможем камеры клацать, смотреть, где они, поэтому офис... Классная нычка. Да, мне кажется, все-таки в офисе. Я-то, ребят, думал, что, знаете, можно будет сейчас хоп, в туалете, а там до дна дверь. Ага. Так, Димон. Давай посмотрим, как Боб Фонни... Ой, Фонни бросит гитару. Бросил! О, я видел на камере, Димас. Ах ты псих! Опять поломал новую гитару, она стоит кучу денег. Все, Димон, больше ему гитары в руки не даем. Да, час, Димас, часик уже стукнул у нас по часам. Что-то в три часа... Ой, в третью ночь они не сильно бегут. Не, они сейчас... Слышишь? В два часа. А, это ты, а, делаешь, все, я понял. Да-да-да. Так, Димас, давай, значит, где будем пока скрываться? Давай пока вот здесь будем скрываться. В офисе. В мастерской. Я буду возле офиса. Мне кажется, в мастерской лучше всего. Тут везде есть, короче, вентиляция, можно пробежать. А в мастерской лучше всего, мне кажется. А в мастерской, подожди. А, там. Тут типа одна дверь, Димас. Сейчас Бонни побежит. Может, на картофанах будем ходить? А, давай, кстати, попробуем тогда. Может, нас не увидит? А если увидит, то побежим, да? Короче, как во второй части ФНАФа, там же, Димас, они на слухи ориентируются. Какие-то шумы стрёмные, ну ладно. Давай, Димас, реально сейчас на картонах попробуем. Да-да-да. Кстати, очень классно, что в этой части не тратится фонарик, потому что была бы жопень. Угу. А там фонарик, знаешь, почему тратится? Потому что Фокси фонарем слепить можно. Понял, надо экономить. Еще и так темно там, а еще экономить надо, ну. Ага. Все, сейчас Фокси побежит. Вот чувствую, сейчас вот-вот. О, телепортировался, видел? Да, 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 да. Пошли посмотрим, куда. А смотри, он ходит, Димас. Ага, видел? Не вижу, не вижу мужик, его, Димончик. Мужик, мы тебя запалили, ты ходил. Ты двигаешься. О, вон он, вон он. Димас, я закрылся. Он увидел меня или нет? Давай, Димас, в вентиляцию беги. Сейчас открываю дверь и бегу за тобой. Все. Знаешь, первую ночь можно за Фокси прятаться. Да. Я вижу его, он стоит, Димончик. Да, да, да. Короче, энергию вообще не тратим. Да, пока Фокси не просыпается, энергию вообще не тратим. Так, уже 2 часа ночи, отлично, мы сможем пройти. Потому что с Фокси я не знаю, что делать. Он очень быстрый. Может, Димас, смотри, там же есть длинная вентиляция в туалетах. Можно будет туда пойти. Мне кажется, в офисе самое лучшее закрыться и все, и камеры самое чекать. Самое лучшее, Димас, мне кажется, все-таки прятаться в туалете. Короче, ты в туалетах прячешься, а я здесь. Ну да, и посмотрим, кто выживет. Да, хорошо. Только, Димас, если я в туалете закроюсь, а ты тут закроешься, то энергия будет в тройных количествах. Тогда придется, Димон, тебе не тратить энергию. Вот я хитрый жук. Вот именно, ты хитрый жук. Димон, он сейчас пойдет, я чувствую. Сейчас. Осталось пару секунд, и он начнет ходить. А, у меня Фокси безопасный. У меня делает безопасное место тут.
Так, смотрим. Я по камерам вижу и сцену, и Фокси вижу. А ты я подсвечу сейчас... Боньку. Сейчас, кстати, Чика пойдет скоро. Ой, Бонни, Фокси, Бонни я, путаю постоянно. Я помню то, что Чика, она ходила... А, пошел! Да, идет, идет, мужик. Смотри, на меня смотрит своими глазами страшно. Ой-ой-ой, что-то он там ломает. Димончик, где он? Стоит. Стоит Димас, на меня смотрит. Он, короче, сейчас, я так понял, разгон будет брать и за мной бежать. Так, ждем. Пока он Димона убьет, ждем. Не-не-не. Меня он не бьет. Так, сейчас, наверное, пойдет Бонни. Ой, Фокси. Чика, наверное, мне кажется, оживет. А в 4, да-да-да. Пока Димас Чика не оживет, Фокси не оживает. Ох ты, красавчик, красава. А вот после Фокси. Вот Фредди. Фредди Димас это самый мощный чел. Он телепортируется за спину, как фиолетовый челик в Гарри Смоде. Но он медленный. В чем прикол? Он очень медленный, поэтому от него можно просто. Он идет. Бонни потихонечку передвигается. А куда он идет? А путешествует. Я его вижу. Бонни путешествует. Ладно, мужик, мы запомнили тебя. Он какой-то неактивный что-то. Не, сейчас они легко. Все живут. 3 часа, Димас, вообще легко. Мне кажется, 3-я ночь, а рандом. В тот раз Чика, нас убили. Чика. Ее нет, она пропала. А да, она тут около столов стоит. Я же, Димас, за Фокси прячусь. Понял. Я все вижу, поэтому. Опа, я слышу. Димас, за мной Бонни уже выбежал. Димас, я валю. А он за тобой прям вентиляцией пошел? Да, он прям вентиляцию зашел. Он сквозь Фокси прошел. Все, Дима, давай в офис чекаем и будем закрываться в офисе. Не, я в туалет пойду. Ну блин, ну мы так проиграем. Да ты проиграешь, я не проиграю. Ну вас как только сейчас Фокси просыпается, я бегу просто в туалет и там закрываюсь. Понял. Тэпнулся, Димас, Бонни тэпнулся. Димас, беги! Ну ты молодец! Ну ты так красава! Он телепортировался ко мне, так нечестно. Я что сделаю? Говорил возле меня, стой. Нет, нет, не буду. Так а чё он тепается? Это 3-я ночь, Димон. Димас, еще дверь закрывай просто. Понял. Они через вентиляцию, мне кажется, не пойдут. Просто закрой дверь и все, и сиди. Окей, босс. Все, Димас, вся надежда на тебя, потому ты подсказывай, когда увидишь меня, и ты же смотришь сейчас от меня, правильно, лица? Да. От я смотрю. Ты глаза видишь там, да, светятся? Конечно. Когда они начнут на меня наближаться, я обосрусь и нажму кнопку. Или наоборот, кнопку, нажму кнопку. Кнопку и обосрусь. Тихо-тихо, слушай, сейчас может еще и Бонни побежать. Блин, сыкотно. Самое сложное будет тебе с Фредди действовать, потому что он будет тэпаться за тебя. А ты... Дима, закрывай. Фух. Там вообще Бонни нечестно поступил. Тэпнулся ко мне и сразу побежал. Я что должен был сделать? Я же не убийца. Убийца. Дима, меняй локацию. Ты подписал меня, Дима, я сейчас проиграю. Беги, Дима, беги на кухню, в вентиляцию забегай. Не? Димас, тут Бонни, куда ты встал? Калашматьки! А ты, Димас, дверь открой и сваливай на кухню. Беги на кухню, вентиляцию в ту. Да-да-да, давай. Да не, зачем закрываться? Да я проживу! Все, нет. Димон, 2 часа двери держу точно. Да не, Димас. Да. Димончик, ну я говорю, я пройду так. Ты уже проиграл, показал как надо. Вон тут труп валяется. Я тебе сказал, ко мне тэпнулись. А. Трупейшн! Нет, трупейшн это все фигня, Димас. Я тебе говорю, как правильно делать лучше. Все нормально, я живу. Я бы, Димас, так и сделал. Идет! Идет, 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 да. Димас, ты вот с таким тратом энергии не выживешь, спорим? Выживу. Не выживешь. Выживу. Слышишь? Они могут к тебе... О, Чика! Трахнуться. Стоит. Ты в курсе? А? В вентиляцию забегай. В тубзике, да-да-да, в тубзике. Не в этот, вправо иди. А я пройду сейчас к нему. Вот. И чё? Вот этот тубзик, если чё, Дима, закроешь, если к тебе прибегут. Стой дверь, около двери. Во, здесь стой. Правильно, правильно, Дима, сделаешь. Всё, Димон, слушаю тебя.
Блин, я сыкаю. Ты, конечно, ссышь, но... Ну то ты правильно делаешь. Памперсы меняй, Димас. Слушай. Все нормально, Димас, не паникуй. Блин, мне кажется, я не пройду. Так, я могу сейчас, Димас, полить кухню, ту вентиляцию. О, Димас, я придумал, я буду полить ту вентиляцию, которая находится у тебя сзади тебя, понял? А как? А я же умер, у меня камера направлена на кухню, на ту вентиляцию. О, красавчик. Так что, Димас, я смотрю твою задницу, ты смотри свой перед. Главный выход, вот главный проход, который перед тобой, ты его смотри. Мне кажется, когда час останется, можно закрыться, я затащу. Час точно хватит. Хорошо, хорошо. Я смотрю. О, Фредди ожил! Понял. Все, Димон, часа хватит, я тебе говорю, стоп. О! Он за спину ты пыхнулся. Вот это вот... Я его увидел, он такой страшный. Не стой в углу, Димас, не стой в углу, стой где-то хотя бы на какой-то раковине, чтобы у тебя хотя бы была возможность куда-то вправо-влево бежать. Я на корточках сяду и буду сидеть. Давай, я смотрю твой, Димас, сзади. Я его слышу. Смотри, чтобы он ко мне к тебе не подбежал. Я смотрю, Димончик. Ты так смотришь, он может тэпнуться и дойти до тебя. Что делать? Ты предлагаешь, что делать? Быстрее камеры мотай. Это я, блин, я испугался себя в зеркале. Ну да. Че ты этот, я боюсь. Не, Димас, задница все у тебя в порядке. Задница, я знаю, красивая задница у меня. Не, имею в виду в плане вентиляции. Ну понял, извини. Я просто когда боюсь, у меня смех, это как бы, знаешь, спасательная штуковина. Да-да-да, Димас, вот сейчас смотри по сторонам, очень резко смотри, потому что Фредди тэпается, он медленно хоть и ходит, но он дойдет до тебя. Вот так вот? Да, желательно вот так вот, Димас, потому что я хочу сейчас пройти эту ночь. Я тоже хочу, полчаса осталось, ребят. Димас, где тэпнулся? Димас, он тут. Звук его был здесь, справа от тебя. Ой, жесть, Димончик, он тут. Смотри, если он сейчас прозрачный будет к тебе идти, это значит... Они двери ломают. Не, все нормально. Я слышу, они ходят там, ребята. 15 минут осталось, 13. Димончик. Димас, сейчас тебе... Осталось чуть-чуть. Да, ребят, ну мы затащим, ну. Ставьте лайкосик, и мы точно затащим. Димас, смотри направо. Да, там был звук Фредди просто. Блин, он прям рядом, Димон. Димас, слева смотри. Фух, Димастик. Я тебе говорил, туалеты самые безопасные. Ну, а ты мне что говори... Димас, проверь, знаешь что? Рядом туалет, там должен быть Бонни, по идее, в том туалете. Да? Давай проверим. Рядом, да, потому что и Фредди может быть там, посмотри. Нету? Нет. А откуда тогда звуки шли? Вот, давай проверим, я сюда схожу. Димас, вентиляции нету. Они, походу, даже к тебе не собирались ходить, прикинь. Не, не знаю. Вот, кстати, Бонни до сих пор стоит. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF Co-op. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Вторая часть, вторая ночь. Этой ночи, как говорил мне кто-то в комментариях, проснется Фокси, которого надо слепить фонариком, Димас, представляешь? Вот это будет интересно. Это будет очень сложно и интересно. Я когда играю с тобой, мне не сильно страшно. Ну, ты что тут страшненького, да? Ну, опять ты умрешь, а я буду тащить. Нет, в тот раз мы вместе затащили вентиляцию на нычку. Сейчас, Димас, я буду очень сильно. Мы тогда между туалетом сидели, в котором Бонни этот Фредди срал. И еще у нас на сцене был Бонни с Чикой. Блин, что они так все тут громко сделали? Какие-то звуки, трещания, дрыщания. Короче, до 4 часов с Димас доводим маринетку заводим, а потом, когда Фокси в 4 просыпается, мы начинаем уже уходить в начало. Я не умею убегать, как ты, от них за угол и на картофанах. Мне кажется, они меня догонят и всегда бегу. Да? Не, я все время расчету. Ну я сейчас буду учиться. Так что надеюсь, у меня получится все. А на самом деле я боюсь. Димас, еще в этой ночи, возможно, проснется Мангл. И тогда посмотрим, что она умеет. Просто я не знаю, что Мангл умеет. Понял. Как она спасаться и как она вообще действует. Скорее всего, она будет ползать, наверное, как черепашка. Дайте вас. Надеюсь. Игрушки, все красиво. Тут музыка играет. Просто я надеюсь, что как черепашка, а не как ниндзя-черепашка. Ну да, ниндзя-черепашка, что-то слишком. Прикинь. Бежит! Ну, это он не бежит, он просто превратился в солдат. А куда он идет? Он патрулирует, как всегда. Налево или направо?
Димас, давай пока. Тихо, 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 мужик. А чё он по столу-то просто идет? Так можно. Манго, подвинься. Это жесть, Димон. Я уже начинаю бояться, когда начинает ходить. Димас, давай я к тебе пойду. Я ссыкаю. Он стоит. Просто Димас, стоит. Где? Кстати, я теперь понял, как они чувствуют звуки наши. Как? Есть, вот я сейчас, можно сказать, очень близко подошел, мне даже не заметил. На, только на картофанах, да? Да, кстати, тут можно даже запрыгивая вот так вот на картофанах зайти в вентиляцию, смотри. Да, точно. Это надо сделать прыгаю. Для того, чтобы... Звуки не издавать. Это не лучшее место, так что давай уходить отсюда. А что не лучше, вентиляцию можно убежать? А вентиляция идет к сцене, как... А, не... ну да, это такое не очень хорошее место. Мас, давай только быстрее, пока я... Не, давай ты пройдешь, потом я, чтобы мы вдвоем не умерли. Рисковать давай, будем давай. По очереди. Давай, давай, пошел. Пошел. Мас, давай быстрее, пока сейчас Чика с Бонни не проснулся. Ты сейчас специально это скажешь, это случится. Ты рядом с Бонни идешь сейчас. Я иду. Да. Рядом с Бонни, да. Вот это как Splinter Cell какой-то. Ну а как по-другому-то? Да... Вообще круто. Здесь, кстати, светло, можно здесь сидеть пока что. Да я свечу, поэтому и светло. А, ты сидишь. Я тебя понял. Так, четвертая часть шкатулки села. Все напряженно, но мы тащим. Не, пока сейчас Бонни оттуда не уйдет, я не смогу нормально ее завалить. Ждем, ждем. Да. Так, ладно, давай немножко пойдем, Димас, к шкатулке поближе. Надо будет еще заводить ее. Да потому что сейчас еще, когда Фредди оживает, он как раз в эту сторону идет. А может и рандомно. Сейчас проверим. Так, слышишь, уже кто-то там ходит. Ну. Интересно, кто это? Давай хоть я буду светить, потому что что-то темная серия, такое себе удовольствие. Давай я тоже. Будем по очереди светить, давай. Потому что нам надо будет оставить еще на... А тут 120 чем-то дают зарядов, Димас, так что... Понял. Тихо, а у меня в уголку не влазит полностью весь заряд. Отойди, Димас. Карауль за Бонни. Стоит, что? Просто стоит по красоте и ничего не делает нам. О, кто-то пошел. Чика, пошла. Так, Димончик, что, в вентиляции будем тут шкериться? Да, 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 уходим отсюда. Давай, я свечу, ты, Димас, иди. О, какой блеск офигенный. Лупоглазый стоит, Балунбой. Балунбой, ты когда просыпаться-то будешь? Надеюсь, не в этой ночи. Не надо, ну зачем? Да, вот именно, ты нам не нужен. От молодец, Димон. Ты так Фокси сейчас проснется, такой страшный, будет бегать за нами. Представь, Фокси и Балунбой фонарик такой раз и забрал, и все. Угу. Так, не, Димас, у меня уже 54 заряда, я уже не буду больше тратить. У меня не влазит, у меня только двоечку видно, не знаю, сколько у меня. Это ходит. Так, я на жопу сел и сижу. Сюда идет? Не знаю. Тут темно светло вроде, не надо светить. Ну такое, да, не сильно темно. Так. Это вот жесть. Здесь есть вентиляция, которая идет к через мангл и прямо к шкатулке. Так, шкатулка еще есть. Нам в 4 часа завести ее и все. Не просыпаешься, договорились? Блин, она страшная, когда рядом проходишь, все глаза светятся. Ой, Бонька, Бонька пошевелился. Ну она ж во вторую ночь не просыпается, да? Так, не, просыпается. Смотрите. А как-то они головой шевелят, как будто немножечко им холодно. А, ты чё, мужик? На корточках идем, 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 не бежим. А как я должен марионетку заводить, если вы там... Время есть, Димон. Ничего себе, они тут устроили. Ого, идет, идет. Давай, Димас, уходим. Остановился, остановился, тихо, тихо, тихо. Они же могут назад вернуться. Как я должен заводить шкатулку? Ха-ха, мне сам боюсь, Димон. Мужики, уходите отсюда, я шкатулку хочу. Да время-то есть еще, ну, подождем. Блин, че он такой быстрый? Я сейчас буду Димас на волоске. Я думал, он к тебе идет, честно скажу. Но если бы ты побежал, ты бы умер. Да. Уходит, уходит, Димон. Как? Вот сейчас, Димас, я сейчас подойду посмотрю, посмотреть, и меня сейчас сожрут. Тихо, не свети, не свети. Кинь бумажкой. Или чем-нибудь плохо нельзя кинуть, так хочется. Блин, они прям чекают, да, шкатулку? Он прям, смотри, на марионетку свой взгляд повел. Может мне отвлечь их, Димон? Не, давай я лучше отвлеку. Не! Да, 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 да. Я умею, Димас, я... Кто-то бежит.
Ого, они там побежали все. Это не я, Димас, пока что еще начал. Я понял. Ой-ой-ой, Димас, они уже по пиццерии начали гулять. Блин. Да-да-да, они уже, Димас, идут к охраннику. Я смотрю здесь и возле марионетки сижу. А там кто-то есть? Ой, марионетки, возле мангал. Смотри, мангал еще проснется. Блин, Димас. Там, уже, там, Димас, мы отсюда сейчас не выйдем из этой вентиляции. Мангал, пожалуйста, не оживай, я тебя прошу. Она сейчас оживет и убьет нас двоих. Димас, беги. Я сюда, Диманчик. Да ну как я должен марионетку заводить? Вы чё, офигели совсем? Блин, они прям рядом. Иди, иди, иди. Давай я отвлекаю. Ого. Тихо, тихо, Димасик, сейчас я... Сейчас я что-то придумаю. Сейчас. Блин, ребята, как нам пройти? Так. Короче, Балунбой я жил вроде бы. В сцене, Димас, я отвлекаю их, убегаю в туалет, и ты заводишь марионетку при этом. Ты думаешь, у меня получится? Конечно. Давай. Мангал ожила! Ожила? Да. Серьезно? Фредди чекает эту сторону. Блин, Димон, они меня не пустят. Он прям стоит... Это все. Блин, что делать? Как я хочу... как я должен заводить марионетку? Ребят, давайте посмотрим, стоит там кто-то или нет. О, ребята, тут это хардкор. Сейчас еще Фокси, прикинь, оживет. Мангл слышу. Давайте посмотрим на нее. Масса, как? Она на потолке сидит. Диманчик, Димас... попробуй завести. На свой смотри, страх... А не, отвлек. Нет, не отвлек. Димас, быстрее к марионетке дуй. Быстрее заводи ее. Не, не получится. Я завел. Давай, давай, я отвлек их всех. Вот это ты молодец. Я слышу, они за тобой побежали. Это жесть, Димончик. Живи. Живу. Догоняют. Я все, я присел, Димас, быстрее заводи. Я завел, она полная, ты что не видишь? Видишь, как я от них скрылся, просто за угол забежал, присел и все. Офигеть, мы пройдем эту ночь, ребята. Мангл сидит на потолке, ждет нас, прям над вентиляцией. Димас, я боюсь на нее смотреть, очень страшно. Походу, Фокси пробудился. Димон, она же полностью заведена, что ты? Она ходит, Димас, она смотри, ползает. Смотри. Смотри на эту карту. Она ко мне идет. Димас, беги. Ну ты не беги, корточках, на корточках иди. Hi. Уходи. Балунбой! Балунбой! Он сейчас фонарик, Димас, смотри, аккуратней. Димас, уходи, уходи. Я ухожу, Димончик. Если я что-то далеко? Умру, оставь завещание. Я не знаю, что сказать перед смертью. Уже 5 часов, ребята, мы... Тащим. Мы проживем. У нас двое, Димон, хорошо, что мы в разных местах сидим, и мы можем отвлечь, и кто-то на кого... Классная тактика, один отвлекает, один умирает. Ой, один... Я вижу Фокси, он прям около меня был, прикинь. Димас, просто сидим сейчас, не двигаемся. Все, мы затащили полчаса. Ну ладно, я давайте шучу. Давайте уже, 25 секундочек. Ну, ребята, мы волнуемся с Димасом. Я знаю, что мы затащим. Можем... проиграть, но нет, мы не проиграем, мы не такие слабаки. Хорошо, что мы на корточках всегда ходим, это большой плюс, они просто не знают, где мы. Да, кстати, я еще ни разу Фокси не видел, чтобы он за ним бегал. То есть Димас Фокси где-то сидит, вот он, я его видел в той комнате напротив, Димас, я его видел там. Идет кто-то, Димон, иди, если что там. Это Балунбой, Димас. Смотри, Балунбой идет. Он что, убьет меня, что ли? Ну не ржи. Фокси! Я его ослепил! Димас, ослепляй и беги. Я в логове, Димон! Димас, меня кружи... Мы прошли! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF Co. Первая часть. Диманчик, поздоровайся. Всем привет. Ну что, в тот раз мы не смогли пройти пятую ночь. В этот раз, надеюсь, мы пройдем. Диман, рассказывай тактику, как проходить. Так, значит, смотри, как я проходил. Значит, на стримчанском. Я, кстати, еще не прошел шестую, так что мы можем на шестую потом. Так, не спойлерить. Давай все по-четкому. Как ты прошел? Ну смотри, первым делом я до 2 часов просто от них бегал по всей пиццерии. То есть,
где-то в игровых автоматах, то есть, ну вот так вот перемещался, как 2 часа стукнуло, я не тратил, кстати, ни капельки энергии, побежал в вентиляцию между туалетами и кухней, знаешь, такая длинная. Да. Вот, короче, мы туда пойдем, там будем сидеть, но будем сидеть по-другому, не как мы сидели раньше, я тебе покажу потом. Так, понял. Всё. Самое главное сейчас просто дожить до 2 часов. Вот таким путем надо, чтобы в основном они сюда перешли, на эту сторону, типа, понял? Понял. Надо, чтобы вот в этой части карты они были, далековато, в общем. Понял. Почему 2 часа, Димас? Потому что Фокси уже после 2 начинает просыпаться, и нам надо будет сваливать потихонечку. Понял. Так. Понял. А, вот, еще тебе хочу рассказать. Почему в ту вентиляцию надо именно, а не в туалеты? Потому что, когда мы пойдем в вентиляцию, они так запрограммированы, что они начнут сюда идти, где-то вот здесь вот мешкаться и застревать немножко. Вот, а мы потом резко в туалеты, и они тут где-то на кухне позастреют, в этих наших офисах. Не и... понял. Это будет четко. Боня уже гитару, Диман, бросил. Да, бросил. Так, ребята, ну что, начинается самое интересное. Боня уже побежал. Так, он уже бежит. А я уже должен драпануть, но он что-то остановился. Устал, что ли, дружище, просыпайся. Так, я слышу вроде... Мне показал, тут кто-то есть. Кстати, когда на него не светишь, он такой злой. Когда светишь, он такой добрый, такой красивый. Да? Не знаю, вроде всегда одинаковый, вроде злой всегда. Не, вот когда выключаешь свет, он реально на какого-то злого похож. А когда включаешь свет, да, и светишь ему прям в глаза. А ты не боишься возле него так рядом ходить? Опа, пошел еще кто-то. Нет, этот Бонни пошел. Димас, только не умри, пожалуйста. Да, Димон, если я умру. А вот нельзя. А как я могу умереть? Слышь, как это нельзя? Это как UFC, да, тренируется? Говорит, а если я буду пропускать, а ты не пропускай. Таки здесь. А если я умру, ты не умирай. Иди ко мне в мастерскую, Дима, давай. А, ты в мастерской? Да. Давай. Мастерской, Дима, двигайся. Двигайся. Вот. Так, Бонни, где он, кстати? Где ты его потерял? Не знаю, он возле его офиса где-то там потерялся. Давай поищем его. Но он уже чуть-чуть бы меня убил. Мне повезло на дурачка. Дурачка, да, значит. Да, вон он, вот он, видишь? Все, я понял. Сидим в автоматах, если что, бежим в мастерскую, понял? Как услышим шаги. Понял. Так, давай, готов, Димас, будь готов уже бежать в мастерскую. Я уже в мастерской, если что. Не, мы сразу. А, не надо? Так, давай еще посмотрим, как у нас там Фокси. Фокси еще спит, отлично. Так, Димон, ну что, считай 2 часа. Сейчас будет твоя тактика работать, надеюсь. Да, тактика галактика, ребята. Так что если кто проходит, это очень хорошо, что я вам рассказал. Не зря вы, значит, смотрите. Идет. Слышишь? Нет. Я слышу. Остановился. Ну, там ходят, там, ну что-то какое-то фигуленьку делают. Вроде все так, очень, кстати, спокойно. А, это Бонни, идем, идем обратно быстрее. Бежим. Бегу, Димон. Так, все, Димас, а теперь мой план. Побежали. Бегу. План, капкан. Так, тихо, тут чеканутая, подожди. Ты пыхнулся кто-то. Это Бонни, он за мной. Так, все, Димон, я в туалетах. 2 часа. Надо быть не в туалетах, надо быть минут. В вентиляции, которую я тебе говорил. Ну вот это вот длинная, все, я в ней. Так, ты в ней? Да. Вот, иди сюда. Вот там на углу не надо стоять. И смотрим именно вперед, не смотри назад вообще. Все, понял. А что будет? А если назад посмотришь, то он может телепортироваться в Фредди, поэтому нельзя смотреть. А как ты узнал? А вот так вот. Проходил же. Блин, я буду всю серию на твою задницу смотреть. Не, лучше на задницу не поворачивайся, ты страшный. Ты диггер какой. Слышь, ты тоже белоснежка. Нормально, у нас компания, нормальная сетчатка. Так. Опа, Фредди, я назад не смотрел. Ладно, ты можешь встать, ты можешь не сидеть, не смотреть мою на задницу. Ты можешь встать и смотреть просто так прямо стоять. Понял. Не поворачивайся, самое главное. Вообще не, даже не шевелюсь. Ну чуть-чуть только.
поэтому мы так ждем. И так вот мы не можем всю ночь вот так жить, потому что Фокси, он побежит через эту штуку. И что дальше будет? Он остановится на полпути, и мы убежим в этом после этого. Плохо его в этой части не заслепить. Да, согласен. И здесь, кстати, тоже не влияет звук. То есть, если мы будем на корочках передвигаться, они все равно за ним будут бегать. Ага, во второй части влияет. У Фокси просто он как-то бежит, потом... Диман, кто-то идет. Опа, остановился. Это Фокси. Так, ну что, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на наши каналы, и мы затащим. Потому что уже практически прошло полночи. Практически. Ну да. Это вообще супер на самом-то деле. Диман, если я умру, я тебе скажу, хорошо? Это Фредди там бешеный просто. Ну не сможешь, да, ты бэкнуться сюда? Не-не, главное не смотреть назад просто. Мне кажется, тебе просто написали в комментариях, и ты узнал. Не, Димас, это я сам. Потому что я пытался, Димас, выживать, и у меня не получалось, и я вот так вот решил потом сделать. Вот эта тактика, кстати, только в шестой ночи я пользовался. В пятой ночи я в туалетах просто сидел с двух часов. Дима, до... кто-то идет по вентиляции. Не-не, все нормально. Ты не слышишь? Я должен буду увидеть все четко. Так, Димон, ну что, я надеюсь на тебя. Просто они сейчас где-то застрелю. Опа, Фокси ожил. Понял. Смотри, рык. Он... То есть он до конца вентиляции не пробежит, он где-то остановится. Бежит, какой-то... бежит, Димон. Бежит, слышишь? Ага, а как ты знал, что он сюда не прибежит? Но он может прибежать только вот из кухни. Но сейчас он, знаешь, где находится? Он сейчас находится в туалетах. Я в шестой ночи, кстати, дожил первый раз до трех вроде, или до четырех часов. До четырех. А потом умер. Потому так. Что там было очень сложно прям. Кто-то там шурудит. Так, шурутит, конечно, потому что весь туалет заполнен аниматрониками. Они там что, тусовку туалетную устроили? Ну, весь день, Димас, в туалет не ходили, ты представь. Пока никого нету. Ну, пока никого нету, можно, знаешь, как в туалете посидеть. Особенно в полной темноте, вообще класс. Так. Вообще никто к нам не идет. Вот, это отлично, Димас, мы так пройдем эту ночь, вот серьезно. Фредди какой-то звук издает конченый? Бежит Фокси! Побежит, а куда он только, бежит? Он только через кухню должен пробежать, он так к нам не прибежит. Блин, вообще классно придумал, Дима, 4 часа, ну что, надеюсь, получится. Так, вот сейчас вот уже должен быть либо Фокси к нам прийти, но он, видать, застрял в туалете. Да, звук не меняется, один и тот же. Потом в шестой ночи нам надо будет бегать очень много и очень часто. Но надеюсь, что нет. Надеюсь, что мы и так выиграем, как сейчас. Очень все спокойно, и это очень подозрительно. Да, но сейчас может все измениться, когда наступит 5 часов. А что будет в 5 часов? А они будут прям почти всегда активны. В шестой ночи, Димас, Фокси останавливается на секунду и заново бежит. Останавливается на секунду и заново бежит. Опа! Шестая ночь. Еще какой-то звук. Это Фредди телепортируется. Блин, Димас, они походу... нас ищут. Фокси, ищет. Фокси бежит. Диман, вентиляцию не забежит точно? Не знаю. Ладно, сидим дальше. Еще может нам все-таки повезет еще час. Ну чуть больше, конечно, час 15. Знаешь, что, Димас, тебе надо сделать? Нет, я не буду это делать. Ладно, говори. Надо чекнуть задницу нашу. Давай я пойду так задом посмотрю и посмотрю туда просто. Надо чекнуть прям нашу задницу, вентиляцию. Давай я задом пойду и посмотрю. Давай, посмотри. Кто там есть? Никого нету. Все, обратно давай тогда. Я уже и так уже стоял, ты сказал, я за одну секунду это сделал. Я просто боюсь то, что Фокси там на пол вентиляции на той остановился и сейчас побежит еще раз. Не-не-не, все хорошо, там вообще никого нету. Уже 5, Димас, представляешь? Надеюсь, я не зря так сделал, ну, стрёмно. Нет, не зря. Можно сказать, мы уже победили на 90%. Потому что сейчас, даже если нас спалят, мы побежим, закроем две двери, так как у нас... Энергию мы вообще не тратили, ни кусочка. Бежит. Он застрял, Димон.
Звук не меняется. Меняется. Фух, Димас, это я сейчас его сбил. Чтобы он немножко туда, да, побежал? Да-да-да, потому что я так... Дун-дун-дун делает. Димончик, все, не двигайся. Ой-ой-ой, это Фокси так делает. А-а-а. Он недоволен тем, что не может нас найти. Дудунькает. Да. Вот это тут вообще все напряжено. Блин. Они прям вообще везде ходят. Дима, не надо так делать, сзади Фокс. Нет, я пошутил. Ты зачем так пугаешь меня? Вся серия вентиляции происходит. Ну а что делать, ребята? Мы охранники, но не знаю, как охранять такую пиццерию стрёмную. От кого мы охраняем ее? От аниматроников. Диман, мы охраняем от того, чтобы они нас не убили. Вообще охранники нужны от грабителей, от... Рык. Он прям жестко, агрессивно на нас настроился, Димон. Знаешь что? Вот охранники, они как бы охраняют что-то от воров, допустим. Вот придут сюда воры, они что-нибудь украсть смогут? Нет. Аниматроника попытаются украсть, он их сожрет просто. Да они даже не смогут просто прогуляться даже чуть-чуть. Вот именно. Их сразу съедят. Девас, мы все, мы победили. Нет, не делай так. Нет, это победа уже стопроцентная, Димас. Сейчас пошли смотреть? Да, сейчас пойдем посмотрим, как в туалетах прикольно стало. Вот что-то я, Димас... О, ребята, это пятый. Давай смотреть, где был Фокси? Так, тихо, подгрузочка. Так, ребята, как вы думаете, где Фокси? Напишите в комментах. Я думаю, что он в этом туалете. О, смотри, в мусорку заглядывает. Вот он где был, он застрял. Димас, это нам повезло, конечно. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня играем в FNAF 2 кооп. Какая, Димончик, это ночь? Это пятая ночь, очень классная. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы проходим пятую ночь, будет очень жестко. Так, ничего не поменялось, да, Димас? Фонари такие же большие, аниматроники такие же скучные. Они, кстати, не такие большие, думал, они больше ростом, они нашего роста. Так, они же новые, поэтому улучшенная модель всегда меньше, понял? Тут я вспомнил, на корточках ходить не надо, да? Да, да, это как раньше, Димас, раньше компьютеры были огромные, их все меньше, меньше, меньше. Все, пошел! Он что, совсем неадекватный? Ты видел, как он бежал? Ого, я чуть не обосрался, Димон, меня аж спина дернула. Я даже эмоций никакой не мог проявить, потому что это было очень странно. Димон, это точно пятая ночь, потому что они очень быстро бегают. Что за жесть? Димон, а ты проходил ее? Да нет. Да нет. Красавчик. Это не получилось, в общем. На стриме мне как-то не дошло до этого. Не дошло до прохождения, я понял. Не дошло до пятой ночи, я только четвертую там половину прошел, и все, завершилось. Что, это ты? Слышишь? Уже ходит, уже ходят. Да, я слышу, кто-то скрипит. Это ты, что ли, своими ногами? Дима, может, пойдем опять в вентиляцию, посидим? Ну, давай идем сначала куда? В мастерскую идем? Ну, нам еще надо эту... А, кстати, можно же один раз только завести, и все, марионетку. Да. Больше не надо. Все, пошел. А, не пошел. Я не пойму, почему она как-то... Бонни как-то побежал, очень странно. Очень странно. Очень странно побежал, мы же ничего не делали. Так, пошла, Димончик. Идет, она к нам идет? Деловая колбаса, да? Так, Димасик, давай-ка рули. Рулю. Пойдем. Так, ходишь, как будто ты... Обосрался, да? Да, чтобы это... Говно не выпало. Какие-то отражения тут стрёмные, что-то просвечивается здесь. Так, Димас, это Кекс, он умеет глазами шевелить, а ты что умеешь? В смысле он глазами шевелит? Вот в прямом смысле, он умеет глазами шевелить, представляешь? Только он пока не шевелит, он... Ты меня обманул. Нет, не обманул. Ладно, ты меня не обманул. Да, я тебя не обманул. Может так и пройдем всю ночь, может они сюда не придут? О, конечно, а марионетку кто будет заводить, я что ли? Ты, что ли? А ты будешь сидеть, да, где-то? Буду где-то, да, буду сидеть где-то. Умный ты, засранец. Все, пошла. Так, это пошел он, Фредди, мощный, жирный, толстый. Блин, ничего красавчик. Не видно. Просто красавец. Димон, во сколько оживают старые аниматроники? Я в пятую ночь не знаю, они могут и сейчас уже жить, Димас, тут вообще. В любой момент, да? Да. Да ты, что ли, там в мастерской старенькой бегаешь? Да, я фонариком мерцаю здесь.
Это пожилая мастерская. Так, ну чё, Бонни, давайте, вы за мной, все втроем, давайте. Так, Димон, пол второго, мы тащим. Ожил аниматроник старый. Я тебя понял, Димас. Фух, я, короче, отвел этих молодых пока что. Хочу завести эту марионетку уже. Понял? Я вижу, ты заводишь, Диманчик. Все, да, готово. Фокси ожил, походу. Фокси ожил. Или нет? Блин, Димас, не пугай меня так раньше, а то это... Я буду раньше тебя пугать. Я еще не постарею раньше времени. Если так серьезно относиться, то, блин, страшно очень, надо ржать. Да, наполовину. Димас, это Фокси. У-ху! Димас, сейчас будет весело. Блин, Димас, где тебя найти? Я кто бегаю! А кто за тобой? За мной никто не бежит. А, это Фокси, он почему-то резко решил побегать сегодня. А зачем? Вот Мангала жила! Это ты, иди, дядь, колотишься! Ты меня испугал, блин! Ты хоть говори, ты рядом! Аккуратно там, Фокси, Дебас, быстрее, давай! Мангал ко мне лезет! Она не только лезет, она еще и ползет, представляешь? Так, короче, Димас, я побежал это, в сцене, ты за мной? Да. Давай. А! За тобой? За мной. Димас, где аккуратно проход задний? Задний проход. Да блин, Димон, что ты ржешь? Ну это очень страшно. Димас, а какой задний проход тебе нужен? Именно? Аккуратно, они сейчас оживут. Оживет. Так. А, я стою, прогружается. Я туалетный человечек. Слышишь, опять кто-то ходит. Димас, это ты друзей поймал? Нет! Я слышу миллион шагов. Беги, Димончик! Я бегать не буду, Диман. Так, аккуратно. Аккуратно, а тебя Чика спалила. Димас, а чё Фокси нет? Блин, у меня аж руки дрожат, едить колотить. Мне очень страшно, Димон. Что за говно? Что за песня такая стрёмная? Ах ты, блин! Меня спотели, у меня уже мышка плавает. Диман, 2 часа ночи, как ты планируешь игру эту проходить? Я вот как раньше проходил как-то так. Все, и... я буду от твоего лица так, смотреть. Так и буду проходить. Димас, это Кекс, а это Мангал. Я, короче, знаешь, что сделал? Заглупил. Я сбоку Бонни прошел, он меня увидел и убил. Да. Да я обосрался, их там со всех сторон, они лезут, бежат, стучат, это все слышно еще. Димас, я слышу кучу шагов. Я теперь понимаю, почему FNAF нравится всем. Очень стрёмно и очково. Димас. Димон, прощай. Не прощай. Блин, чувак, ты чё? Димон! Да устрица ходячая. Димон, давай тогда, как ты в туалетах, помнишь, в вентиляции сидел? Давай так. Ой, конечно. А что, не получится? В туалетах? Они, а... знаешь, они больше меня ходят в туалет. А, это не та пиццерия, блин. Они обосранцы, блин. Тут нету никакого места на этой карте, смотри, прикольного. Смотри, они втроем вокруг твоего трупа скопились. Они меня бьют ногами, гопники. Секта какая-то у них-то, ох ты, блин. Так, Димончик, у тебя получится, я верю в тебя. Это очень опасная серия, ребята. Вот если вы лайк поставите, то это сделаете не зря. Да, и подписаться на канал нужно обязательно. Они бегут. На улице дождь, как и у меня, в принципе. Они тебя сейчас окружат, мне кажется, вот здесь вот. Окружат? Зачем ты заводишь, вопрос? А, Димон! Блин, да как тебе повезло? Да как? Да я везунчик. Он застрял там в стене. Так, там Мангал по стенам ползает, она вообще Человек-паук. Ребята, пишите в комментариях, затащим мы с первого раза или не затащим. Ты видел, Димас, как она прыгнула со стены. Я, она даже, мне кажется, на воздухе сальто сделала, не? Да, реально, сальтуху за такую залупила. Кстати, мы первый раз увидели, как она спрыгивает с потолка. Да, это очень стрёмно выглядит на самом деле. Тут, Димон, что получается, надо постоянно ходить бесконечно? Постоянно, просто везде угляешь, просто, не знаю, что. Все ожили, Димон, все ожили. Все. Полностью, вся пиццерия живая, все хотят убить тебя. Да, жалко меня. Жалко, хороший был парень. Мучился, наверное. Хороший был человек, да. Только умрет все быстренько. Ну, а что поделаешь, это FNAF, ребят. Да зачем ты ее заводишь? Сралась она тебе. Да все, больше не буду. Нафиг она мне нужна. Ну, зачем ты ее заводишь? Вали лучше отсюда. Блин,
куда водить, да? Ну вот сюда. Куда идешь? Никого? Блин, там есть кто-то. Плохо не могу по карте летать. Чё ты, куда полетел бы? Я бы подсказывал, где они ходят, и все. Вот блин, Дима. Диман, куда ты будешь идти? Домой. Спасите! Блин. Может не выглядывать отсюда? Меня же никто не спасет здесь. Так, дружбаны. Уходим. Уходим, растворяемся. Диман, у тебя очень хорошо получается. 4 часа, осталось 2 часа так, всего. То есть 2 минуты. А если у меня фонарь закончится, это тоже. А тебе, Диман, у тебя еще 620 фонаря. А, ты да, меньше половины израсходовал, да, я вижу, сколько у тебя фонарика. Ого, она прям над головой, да, где-то шарудит? Да, 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 да. Она по стенам лазит. Бежит, бежит, бежит к тебе кто-то. Фокси, походу, тебя нашел. В смысле, как у меня скрипит? Нашел, нашел, вот так вот, он видит всегда тебя. Блин, вот он чудачок. Он тебя по запаху, Диман, находит. Да я понял. Бежит, бежит, бежит. Так, у тебя, я тебе скажу, Диман, ты даже половину фонаря не израсходовал. Сейчас обосрусь здесь. Да где они бегут? Сзади. Теперь, я не знаю, буду молчать. Что это за прохождение стрёмное? Как проходить? Жесть, что делать тут? Димон, ты сможешь, я в тебя верю. Всего осталось чуть-чуть. А я верю в себя в зеркале. Так что я выживу, наверное, хоть чуть-чуть. Где они там все бегают? Синхронно, да, прям ходят как-то? Да. Димон, это у тебя 519 фонарика, меньше половины. Ой, больше половины осталось. Ты красавчик. А прикинь, на 500 ровно становится. Представь, они зависнутся, и ты сможешь так пройти всю игру. Не, я обманул, этого не произойдет. Блин, Димас, ты бы сейчас меня видел. Ну нафиг. Ты ну с вебка записываешь? С вебкой. Димон, блин, красавчик. О, блин, тут так стрёмно мне еще. Так, так, так. Так, на счет три. Раз, два, три. Не хватает, знаешь чего, Димон, маски бы, да, одевать как-то, чтобы еще маскироваться? Да, чтобы чуть-чуть маскировочки включить, потому что тут очень странно, стрёмно. Так, Димон, да, ты молодец, 5 часов, ну, а, как ты это сделал? 5 часов, ну, как-то вот сделал, так получилось. Ну, еще, конечно, нет 5, сейчас только будет. Ну, сейчас, уже скоро. Знаешь, что прикол, они всегда знают, где ты, ну, как так-то? А вот знаешь, кто знает, где я? Фредди только знает, где я нахожусь. И Манго. И еще кто-то. Прям бежит кто-то где-то. Да, кто-то ходит, гуляет. Неужели мы пройдем? Да, да. Нет, может и пройдем. Так, Димон, у тебя половина фонарика? Так что можешь светить смело, не бояться. Блин, Димас, мне... Я не знаю, прям стучат где-то, ну где, непонятно. Может, они зависли. А нет, там кто-то светил фонарем. Аллилуйя. Уходим, уходим. Все, растворяемся в шариках. Да. Какие красивые шарики. Бежит, 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 бежит. Это жесть. Ослеплился, блин, чё? Представь, будет обидно, если ты в 5.59 умрешь. Это будет ржака. Да ну тебя, Димас. А такое может быть. Блин, Димас, ты видел? Фонариком свети, не бойся, у тебя еще много. Спасите. Не бойся, Димон. Они все тарахтят за тобой, все, просто все. Пожилые аниматроники, блин. Стучит, стучит. Ах, ты ж лобух. Ах, ты читарюга. Как ты пройдешь, я не знаю, Димон. Свет везде. Это жопа, ребята. 5.40, 20 секунд осталось, Димончик. Тону тебя. Тону, тону. Беги, спасайся, Димон. 15 минут. Блин, Димон, я прям кулаки держи, чтобы ты прошел. Блин, ты профи. Профи, профи, Димончик затащит, я вижу. 10 секунд осталось. Ах, блин, 5 секунд. Блин, закружили. Димон, одна секунда. Ну, минутка.
Ребята, мы это сделали с первого раза. Ну ладно, мы, Димон сделал. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Растишка, Васаби. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы продолжаем играть в FNAF 2 Коп. Вторая ночь. И сегодня мы играем втроем, потому что другие просто отдыхают. Если опять игрушки, приятного аппетита. А мы будем начинать. Пацаны, все написали в комментариях, что надо не бегать на Shift, а просто тихонечко ходить, и тогда они тоже за вами не будут бегать. Поэтому, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что это добавляет плюс один к удаче, и мы пройдем эту ночь с первого раза. Правильно? Правильно. Ребята, очень переживаем, эта игра очень такая, знаете, настораживающая. И, насколько я помню, тут надо постоянно заряжать нам шкатулку, эту чертову. Да. У нас сегодня на этой ночи ветикируются старые аниматроники, еще и мангл. Да-да-да, кстати, вторая ночь будет намного жестче. И вообще, кто любит FNAF коопы, так чтобы мы лампово сидели, играли с подписчиками, проходили все ночи, обязательно надо подписаться и поставить плюс в чате. Если будет 100 плюсиков, мы сразу записываем третью, четвертую и пятую ночь. Бонни пошел. Кто-то ходит. Бонни. Я слышу. Пацаны, фонарик надо экономить. Я сказал в тех сериях, что не кончается энергия, но у меня из-за того, что я поставил разрешение 4К, не влез фонарик. Но теперь, если я все пофиксил, тут можно, короче, скалить разрешение экрана. Нормально объяснил? Ха-ха, профессионал! Да, думаю, да. Так, пацаны. Написали, или ходить на корточках от них, или обычным пешком. Но ни в коем разе нельзя бегать, потому что это очень плачевно смертью всех игроков. Я еще, кстати, вспомню, тут Балумбой тоже активируется, он может спалить тебя. Вы заметили, что мы сейчас играем втроем, вообще идет очень все четко и вообще не лагает ни капельки, да? Да, все. А ты на семерых лагала. Кстати, мы хотели только что играть с разными игроками, подписчиками, но получилось так, что они не смогли к нам присоединиться. Какие-то баги. А это за то, что мы, наверное, играем через Redmin. Вы где? Боишься? Мы во всех ранниках. Меня... Он там Бонни, короче, он на меня побежал, так успокоился и все. Так, все хорошо, да, ребята. Слышу. Час ночи. Это означает, что мы должны пройти. Не знаю, каким образом это отвечает. Оно означает, что мы должны пройти, но мы должны пройти. Дима, ты очень логичный. Мне послышалось, что кто-то в моей комнате. Уже этот. Болезнь психическая у меня из этих аниматроников страшных. Дим, хочешь пойти к какому-то аниматроникам, как в прошлый раз? Не-не. Да я так похожу здесь тихонько, но вообще хочется на них посмотреть. Пошлите. Сыте, не сыте? Так. Тишина. Так, шкатулочка разряжена. А, кто-то зарядил. Ну вообще, мы сегодня играем очень профессионально. Так, за мной Бонька идет, но я на корточках, он медленно идет. Да-да-да, медленно. Он меня заметил, когда я заряжал. Ну, мне кажется, они не замечают нас, или замечают даже, когда на корточках. Они на звук, видимо, реагируют, потому что когда я заряжал, он прям сразу подает. Ребята, очень напряженная атмосфера начинается, когда они... Не проходи. Аниматроники начинают включаться, и это очень стрёмно. Кстати, она сейчас оживет, глаза вы же видишь белые? Все, она жила. Да еще нет. Уже должна вот-вот-вот. Давайте посветим на нее. Я помню, мы тут сидели, она ожила. Да-да-да-да-да, лучше может перед ней не ходить. Так, я уже боюсь очень сильно вторую ночь. А представьте пятую ночь или шестую. Кстати, здесь можно выбирать любую ночь. И может мы запустим стрим, и мы там включим шестую ночь. Просто для прикола, да, пацаны? Да, да, ну, это умереть будет очень всегда сильно. Готовы. Теперь я, кстати, могу вас всегда находить, потому что на тап можно посмотреть карту. Да-да-да-да-да. Это... Кстати, снизу что за комната? А как список игроков отображать? Я уже забыл. А ну, F9. Нет. Там еще там вроде когда умираешь, только видно. А здесь, насколько я знаю, тут есть такая фишка, как в Doom моде, но вообще в игре Doom быстрое сохранение, быстрая загрузка. Да. Сейф. Да, F6 и F7. Там сейф, лоуд есть. О, так можем сохранить. Для интереса, мне кажется, для прикола, если сохранится, можно будет загрузиться. Или заглючит. Так. Или загрузит там это из Дума какую-то миссию. Блин, начинайте по коридорам, они начинают там топотеть. Я сразу делаю ногу назад. Так. А где вы, пацаны, вообще? Я бегаю. Вы заметили, как что бегаю? Сегодня они как будто в первую ночь ходят. Хотя даже в первую ночь, если начать бегать, они активны очень. Чика жила, кстати, я только заметил. А Чика тоже за нами медленно ходит, да? Да. Помнишь, как ты за столом прятался, Дима? Да-да-да-да-да. Медленно. Такая, блин. Не спеша, и потом, опа, скример.
Не знаю, сегодня они какие-то буйные, они прям бегают, не слышат. Хотя никто не парится. Да. Так, Фокси, Фокси, я уже боюсь здесь возле Фокси проходить. Ребята, я начинаю немножечко потеть, особенно ладошки, от страха. Ой. Прогрузилась, значит, кто-то ожил, если прогрузилась. Мангл, наверное. Ты думаешь? Ну, я слышу с ее стороны звуки. Так. А я сейчас проверю, мне не страшно. Да, умри, давай. Оу, здесь вообще как прикольно и стрёмно здесь находиться. Мангл ожила. Нет. Ты чё? Меня Фредди увидел. Нет. Не увидел? Осторожно, осторожно. Так. Страшно. Вы слышите, как они ходят уже по всей пиццерии, да, распространились? 3 часа ночи почти. Блин, это стрёмно. Хорошо прям. Хорошо, да. Когда нас было много, не так было страшно. Да, потому что, ну, как-то веселее было, да, что ли? Да. Да, сейчас как-то кажется, что кто-то из-за угла выйдет и ударит тебя. Я когда хожу возле Фокси, я его очень боюсь, потому что в тех сериях он меня всегда убивает. Пацаны, вы экономите фонарик, да? Я его не включаю вообще. Правильно, правильно. Кстати, видите, они не ходят, потому что мы, да, тихо себя ведем? Да. Да. Нет, ходят. Ходят, 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 да. Ну, ходить они будут 100%, но они так не бегать. Они, получается, как будто патрулируют, да? Ну да, это видите, это их район, а мы сюда, это вторгли, зашли. А где вы, пацаны, вообще? Я возле охранника, вентиляции. Мы делаем с вами правильно, что этот... А мы расселись по всей карте, а не вместе, потому что вы знаете, да, чем заканчивается, когда все вместе играем. Дима, мне кажется, или Фокси жил? А, мне кажется, что да. Если честно, мне страшно. Я боюсь эту игру очень сильно. Не знаю, это один из самых страшных. Я его даже, честно, этот FNAF боюсь больше, чем оригинал. Кстати, Бонька в вентиляции стоит, жопу нюхает. Жопу нюхает? Какой? Твою? Было бы прикольно, если бы твою жопу нюхал. А что за звук был? Ни одного? Треск? Да, такой резкий. А, это забей, это об охранника. Так, пацаны, все хорошо? Они к охраннику идут. Это они, да, топотят там, в нашу сторону идут? Да, да, к охраннику идут. А я у охранника, блин. Я тоже, я вентиляцию у охранника. А я на сцене прям, представляете, здесь тусуюсь? Ну, практически на сцене. Васаби, ты в соседней, кстати. А куда он идет? Вы видите этого аниматроника сейчас? Он по вентиляции, как я понял, потому что из вентиляции звук. Мне кажется, он идет в мою сторону, это меня напрягает. Да, он в вентиляции идет. 1-4 часа практически уже. Представьте, мы сейчас пройдем эту ночь с первого раза. Если мы это сделаем, ребята, ну это точно с вас подписан. Если я вижу, что кто-то не подписался, мы при этом пройдем, я буду орать. Если даже мы не пройдем, надо поставить подписку за старание. Испугался. Кто-то включился. Это Фредди, он прямо на меня посмотрел. Вот Мангл, если включится, то надо как-то продержаться, пока она уйдет. Потому что надо как-то заряжать шкатулку. Ты думаешь? Да. Мангл! Мангл? Идет? Да, вентиляцию увидел. Да ёкарный бабай. Только про нее вспомнил. Фокси! Бабай, там Фокси! Где она? Где она? Ё-моё, привет! Тихо. Так, тихонько, пацаны, тихонько. Уходим, уходим, уходим. Не переживай. Время куда есть. Куда мы уходим? Там аниматроники, лол. Где? Вот там вентиляции прямо? Да, да. А вот мы тогда идем сюда. Ой. Так, ну ничего страшного, можем их ослепить. Где она? Там Бонни. Там Мангл. О. Они нас как в прошлой серии начали окружать. Да можно встать, вроде пешком ходить, не бойтесь, пацаны. Мы ходили пешком, я ж помню. Главное не шуметь. Когда ты ходишь пешком, они им больше шанс тебя заметить. Когда ты сидишь, они тебя не так заметят. Да, спасибо, я очкую и так, и так. Ха! Надо вообще какой-то чит вести, чтобы они не убивали нас. Так, давайте, наверное, не будем вместе в вентиляции сидеть, это очень опасно. Я сейчас пойду заряжу. Идемте, идемте все уходите. Вместе, идемте. Если что, один будет отвлекать. Дим, чёрт ты! Она сюда идет, пацаны. Увидел. Передумал туда идти. Она перейдет. Куда идет? Перерез. Вы идете за шкатулкой, пацаны? Да. Давай, давай. Заряжайте быстрее, мне страшно. Да не бойся, я заряжу. Если что, я Диму страхую, можно сказать. 4:40.
меня прям Бонька смотрит из вентиляции. Это стрёмно. Ну он как будто нас не видит, да? Да, он слепой. Так, ну что, немножко мы отодвинулись. А, я переживаю очень сильно, аж горле першит. Очень сильно страшно, да. Мангал на стенках лазит. Да, она по потолкам может лазить, кстати, прыгнуть на голову. Вон я ее вижу, вон я ее вижу, она спрыгнула. Куда? Не знаю. Я валю, время есть. Она у входа прям там стоит. Кто это там, вентиляция? Это я. Привет. Так, тихо, это кто-то означает включился. Это кто-то... Или выключился. Мангл выключилась, перестали звуки. Так, нам надо будет еще раз завести шкатулку, и все, и мы затащим. Да нет, Фредди там бежит. Я в вентиляцию пойду. О, балунгой. Что Фредди не ходит по вентиляции? Уходи. О, Мангл! У тебя прям в жопе было. Люди. Блин, ребята, чего ж так страшно-то? Я боюсь. Куда вы идете? Быстрее, это Мангл. А вы быстрее можете, пожалуйста, пацаны? Вы меня подписываете на смерть. Мы этого и добиваемся, Дим. Да нет, спасибо. Мы умрем. Если что, слепим, если это Фокси. Все отлично, пацаны, все отлично. Мама, кстати, ушла. Нет. Фух, ребята, почему ж так страшно в эту часть играть? Вот скажите мне, а? Да потому что мне кажется, страшно. Мне кажется, уже не надо заводить, да, шкатулку? Ой. Да, лучше не надо. А мне кажется, Фокси проснулся. В глаза ему светить и спиной отходить. Мне кажется, 30 минут осталось. Нет. А, да. Ребята, ну мы должны затащить, по-любому. Я шкатулку заводить не буду. Если что, будем просто бегать. Да. Без шифта, главное, пацаны, бегайте. О, ко мне Балун Бой идет. А вы помните, что можно бегать на корточках? Да. Да, но сейчас тоже немножко слышно. Все, Балун Бой за мной выдвинулся. Что, Мангл? Да? Ёкарный бабай. А там Балун Бой. Так, я в другую комнату зашел. Я знаешь, тоже... почему? Дима, ты зарядил? Да. Гад! Ну я так вот, я там жертвовал своей жизнью и своей честью. Ну я смог это сделать. Ну что, ребятушки, благодаря... Конечно же, я видел, вы поставили лайк, подписались, поэтому мы прошли. Можно даже радоваться и праздновать, открывайте, ребята, конфеты сладкие, чаёк. Нет, Дим, нас убьют. Нет, нас не убьют. О, я балунбой нашел. Привет. Вот в следующую нас ночь убьют. Ха-ха-ха, так и будет. Дима, ты помнишь, нам еще до выхода надо добежать? Я до выхода. До свидания. Ребятушки, мы это сделали. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения. Посмотрите мои ролики. Еще.